Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как создать анимационный проект. Также меня попросили рассказать, как начать анимационный проект. Поэтому по порядку расскажу, как обстоят дела с подготовкой и основными этапами. Сразу сообщу, что я излагаю собственные мысли, поэтому не исключены и ошибки. И известные мне методы не претендуют на единственные. Итак, основные этапы анимационного проекта. Первое – это идея. Придумываем сюжет или берем за основу уже готовую историю, например, народную сказку. Далее разрабатываем общий стиль нашей анимации, наброски персонажей, окружение. Второе – это раскадровка. Это очень важный этап. Наша задача – изложить свою идею или сюжет чьей-то сказки в эскизном варианте на бумаге. Важно понимать, что если у нас в наличии имеется текст конкретной сказки, этого совершенно недостаточно для создания фильма. Ведь одно дело то, что мы слышим, и совсем другое то, что мы видим. Эмоции и непрекращающиеся движения на протяжении всей нашей анимации. Возможно, раскадровка является самым творческим из этапов, потому что именно здесь происходит процесс создания того, что увидит в конечном счете ваш зритель. Раскадровка включает в себя положение персонажей, ракурсы камеры и векторы ее перемещения, расчет по времени. Я запишу урок, как создавать раскадровку, и на тот момент ссылку на видео вы найдете где-нибудь вот здесь. Следующий этап – это аниматикс. Этот этап, можно сказать, уже похож на анимацию. Мы создаем видео, где все объекты максимально упрощены. Распределяем время, перемещение, ракурсы, так как это было изложено в раскадровке. Но на этом этапе, уже работая с видеокадрами, мы можем подкорректировать время, с которым будут проходить наши кадры. Тут мы решаем окончательно, что будет и чего не будет, перед тем, как мы окончательно приступим к созданию сбалансированной серьезной анимации. Итак, приступая к работе над созданием анимационного проекта, надо создать систему иерархии папок. Тут все просто. Есть главная папка, например, с названием вашей сказки. В ней уже располагаем папки проекта. Папку для видео, изображений, звуков, текста, бленд-файлов. В них, например, в папке с бленд-файлами, где будут лежать файлы разработок, создавайте уже свои разделы, например, персонажи, сцены, другие объекты и так далее. Вообще система папок у каждого может быть индивидуальна и зависит от запросов самого проекта. Ссылку с примером вы найдете под видео. С первой частью мы заканчиваем, смотрите продолжение.